Без ножек. Ты отдохни, отдохни. Я к тебе приду. Явился. Путешественник в обязательном порядке. Ну, чего привез? Гору вшей? А ты что, счет по ним в колхозе, что ли, ведешь? Да на тебе их и не перечесть. Как песок морской. На человека не похож, а так топор изношен. Да и не топор, Епишка. Не топор. Был Епишка. А теперь бригадир 6-й бригады, Епифан Васильевич Чанцов. Видал? Да нет тебе места, Краси. Да. На трон-то дурака посади, все равно царь будет. Вредить. Вредить? Эх ты. Может, я страну искал для общего блага. Это ж какую такую страну? Муравию. Ну и оставался бы там. Нам бы легче жилось без вас. А под окнами не лази. Ноги выдерни. Да. Невкусно добро дерешь. Свет. Это я. Никита Гурьянов, действительно, я не с того света. Ай, Никита Семенович, это на утильсырье. Я теперь по утильсырью, а не вор и не спекулянт какой-то. Ты из каких теперь будешь? А из единоличных мы, и еще твой кум, Филат Гусев. Вот, пара нас на селе, а ты жив. Жив. Кум. Любознательно. А тут болтали. Чирко. О, память-то. 5 лет на селе не был, а свой дом нашел. Значит, живем еще. Серко! Во! Эй, ты, во! Это кто? Племяш твой, Кирка Ждаркин, директор МТСЭ. Заметались. Слышь? Что нынче, что произошло-то? 17 человек. Пойдем к Филату Гусеву, а? Поговорим? Пойдем. Ну что ж, можно. Пойдем. Вот так и колесил по России 5 лет. 5 лет. Ну, а страна-то? Страна-то Муравия. Как она? Земля там что? Любознательна. Мужику, земляк. Мужику. 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 А газет там есть? Газеты? Нету. А тут газеты одолели, что ли? Ну, а милиции, к примеру, там есть? И милиции, кум, нет. А как же с ворами? А там без замков живут. Зато, понимаешь, вот так по шоше идешь,
торчат колы, а на колах башки. Ведь там как? Вора поймают, голову ему, как куренку, жаж и на кол. Вот и нет воров. Да. Нет, а пахать, к примеру, как любознательно. О, да там пшеницы-то никто не сеет. Сама родится. И картошка тоже. А праздник там 6 лет. Чего? Празднуют, говорю, 6 лет. А 7-й работает. Любознательно. А самое главное, сам себе хозяин. Ну, вот все. А что же ты там не задержался? И нас бы выманил. Любознательно. Так ведь из виду скрылась страна-то. Уж где вот я только не был, и на Урале был, и на Хопре был, и на Днепрострое был. Ну, доехал до Батума. Город такой на море. На море. На море, граница. Тут, стал быть, мы, а там турки. 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 Я и подумал. А ну, Никита, мученик, сцапают тебя турки. На мужского существа лишают. Да баб пошлют в гареме караулить, а? Подумал вот так. Да и назад. Да. Стало быть, нет такой страны, Муравия. Есть. Да коль мужик на земле живет, такая страна есть. Ты шо, Завибаев, Серко дом свой нашел? Лошадь, та дом свой знат. А племяш твой, укротитель, против естества идет. Не зря ондер получил. 17 человек на селе отравили. Вот те. Ондер. Слышу. Все. Нет, кто? Так и чай, Илья Максимович Плакущев. Вот ты еще. Идем к параду его. Нашего семейству прибавилось. О! О! О, диво! Как ты тогда Никита Семенович укатил? Его Плакущего изъяли. Отшлепал он 4 года на Беломоре. О, где? Отпустили. Вернулся. И в колхоз вступил. Вот что выдумал. А потом жрать перестал. Иди, кости одни. Во, глянь какой. Видишь? Во, смотри. Узнаешь ли меня, Илья Максимович? Меня, Митьку Спирина. Гроб. А, узнал, узнал, узнал. Слышь, гроб мне сделай. Знат, мастер я по гробам-то был. А тебе какой, Илья Максимович? На шишках, а не гнобусом. А? Эко и столб свалился. А меня узнаешь? Ну, че, Никита Гурьянова? Вот и все. Не тревожься. Ушел я. Ну, конец стал. А чего бы сделал, ежели бы встал? Да власть тебе! Да медаль твою старшинскую на грудь! Зубами всех рвал! Ты чего? Ты громче, громче! Выкладай! А я вот чего! Я на зло тебе, я, может, в колхоз вступлю! Дурь в башке твоей, Никита! А чего твоя башка стоит? И вот на! На! Поставь! Любознательно. Не можешь!
Так-то бы я мог. Вот и смог. Яйца поставить не можете, а миром лезете управлять. Башка. Качан твоя башка. Родне потянуло. Ну и ступай назад с родной земли. Ступай. Я уйду. В щели позабивались тараканы. Явился, путешественник. Явился. И в полном порядке. Так. А ты что ж тут без меня? Орден зашиб. Зашиб. Женился? Да нет еще. А чего ждешь? Наш род прикончить хочешь? Да вот и все еще богатую невесту ищу. Это тебе еще нашинская кровь осталась. Ну, слышал, до директора допер. 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 Да что ты, дядюшка, анкету с меня снимаешь, что ли? А ну, какая там. Как тебе теперь величать, а? Товарищ Даркин или как? А ты вот что, ты зови. Так сердце велит. Ну вот что, племяш. Ну? Изъездил я страну вдоль и поперек. Назад, как видишь, вернулся и... Ну, покажи суть дела. Да уж больно мне, дядюшка, некогда. Ну да ладно, садись. Подвезу. Садись, дядюшка, вылазь, походи, погляди, в чем суть. Разберешься, на плечах честь своя голова, а не рукомойник. И одно заруби, что речь идет не о нас, а о я. Мы на земле крепко стоим, не столкнешь. Вечерком-то заходи, самоварчик поставлю. Как Захар Вавилович едет? Давай, сядь, Захар. Давай, сядь, Захар. А ну-ка, Маша, да поживи, поживи. Ладно, Захар Вавилович. Здравствуй. Ну, как больные? Все поднялись, только вот бригадир Егоров маленько прихватил. А доктор был? Доктор? Да. Да я же...
Сам. Сам ты, дядя Захар, председатель колхоза, а не доктор. Да, но однако. А ты без однако. Мы его решили в дом отдыха направить. Правильно. Только надо подумать насчет нового бригадира на его место. Вот что, Захар Вавилович. Так. Собери актив. Так. И мы обо всем побеседуем. А это можно. Вот так. Кей-кей, командует. Да, вот еще что. Никита Гурьянов приехал. Поздней ночью, как воришка. А, Никита Семенович. С приездом, Никита Семенович. Что, зерно ищешь? Да нет, чего искать, с работы на чьи. А чего копаешься? Зуб болит, сплюнуть хотел. На нашу радость. Так что ли, Никита Семенович? А ты не кори. А ты не плюй. Видал, что мы с землей-то сделали? Ну, видал. Ну, признаешь? А вот и не признаю. Врешь, признаешь. А я говорю, не признаю. Конечно, пить есть надо. Так и народ. Ну и опять врешь. Да что ты все врешь, врешь, врешь. Научился баляс точить. Да ты чего? Ты мне вот в точку ответь. Сама сапоги покупала, Степанина Степановна? Ну, сама. Ну, вот пришла ты в магазин, смотришь обувку, и эти хороши, и эти распрекрасны. А потом говоришь, заверните мне вот эту парочку, эту. Принесла домой, вот они милей тебе всех и стали. Ведь так? Ну, еще бы, как не милей. Вот, вот. А мне, говорит, полюбить чужую корову, чужую лошадь, комбайну там. Дай я. Может, чужую курицу еще полюбить? Вы думаете, жизнь-то перевернуть? Все равно, что с гуленой девкой пофорсить. Да может, она мачеха мне, работу вашу. Видал, как врет? А? Комбайна, машины. Да и кажи, кто из людей на верхнюю ступеньку поднялся? А, ну это дело другое. А то и ты про сапоги завел. Ну вот хотя бы Захар Вавилович. Или вон Епиха Чанцев. Анчурка Кудьярова. Ну, помнишь, вдова? А теперь, брат, за курами ходит. Вот ты поди, потолкуй, погляди, порасспроси. Вот-вот. Сходи, сходи. Иду! Здорово, будь здоров. Что это с тобой, милая? О, погодь, погодь. Я вот сейчас тебя к вешалу. Стой, стой. Кто такой спите-то? А? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, здорово. Сколько у тебя кур-то? 3000. Один захворал, а на-то уж. То еще твой бы был, а то ведь колхозный. Ну-ка дай-ка, дай-ка, твой, не твой, все мои. О, тыр, тыр, тыр. Экая благая. Ведь у него ж занозы. Когда приехал, Никита Семенович? Вчера. Глянь, что у бабы делает? То помирал, а то в драк кинулся. Куры-то и то не врозь живут.
А ты сколько лет без мужика? Скучно, поди. Эх ты! У тебя мужика нет, а у меня бабы. Приходи как-нибудь. Я вот сама как брякну. Прыткий какой. Приходи как-нибудь. За петуха спасибо. А языком не болтай. Ишь ты какая. Да, нет, поднялась на высшую ступеньку. Ух ты, голова кругом пошла. Знаешь, признаешь. А вот и не признай, если меня не признаем. И весь сказ мол. Ну докладывай, Захар Вавилович. Все бригады выбыло 17 человек. Ну а теперь все поднялись. Но только бригадир Егоров прихворнул. Доктор свое дело сделал. Анализы. Говорит, что зараза произошла от заржавленных тазов. Это тазы у нас не ржавые. Верно. Бактерию надо, видно, искать на двух ногах. Червь завелся в колхозе. А не командует ли Плакущев? Он же полудохлый. Никита Гурьянов приехал. Под окнами бродит. Не он ли? А ты рехнулся, не верю. Никита мужик такого сорта. Он, понимаешь, точку на земле ищет. Ты, значит, мужик с головой. Через такие головы дядя Захар иногда голову наших работников кричат. За Никиту Гурьянова руку кладут. Правильно. Вот ты сейчас кладу руку на костер. Захар Вавилович. Ну, Захар Вавилович, ты не кричи. Да я знаю ему. Я ему верю. Никите Гурьянову верю. Ты чего это, Аннушка? Улыбаешься. Про Никиту. Видала я его. Как маленькой тычется, а не видит. Вот именно. В колхоз его принять? Ищи на место Егорова, бригадира. Ты нонче с какой ноги встал? И комсомол протест носит. А что? А что протест? Тогда головой надо подумать. Стеша, Кирилл Ксенофонович, а? Хорошо сказала вот Аннушка Кудеярова. Вот ведь тычется Никита и не видит. А помочь человеку, сделать его зрячим, ведь это хорошо. Ведь наше дело не только в том, чтобы выращивать хлеб. О, вот-вот-вот, нужный он человек и хозяйственный. Да я его землицей приманю. Ну вот как пчелку метком. Теша, разрешается? Ну, товарищ секретарь, ну! Эй! Эй! Давайте сюда подводы! Нароем это место и засыпем! Бившины! Орёт, орёт! А чего орёт? А ты тоже! Хорош! Нашел время! А тут, понимаешь, о тебе разговор был. Сторожем тебя хотят, пионером в клуб. Ну? Да. На пахту, говорят, ты не способен. Да? Еще чище. А вот и я тоже самое говорю. А помнишь, как бывало? Воробей еще не проснется, а мы с тобой уж в поле работаем. Как деймоны. А теперь чего кабинишься? Помоги мне, браток. Ну что, помоги, помоги. Наперед над землю оглядеть. Тут... Так, вот и земля. А ну, кажи, кажи. В этой
солончаки. Верно. Есть тут солончаки. Солончаки. Есть, солончаки, есть, есть, да. А ты понимаешь, пойдем-ка, брат, в поле со мной. Да погляди, какие земли нарезаны. А, пойдем-ка. А? Пойдем. Пойдем, браток. Новый колхозник, вот тебе и бригада. Ну ладно. Эй! Становлюсь у руля! Постой! Вот послушаем, что еще народ скажет. Да. Ну а как, муравью искать будешь? Буду. На той на земле живу. Буду. Мурави проищешь, а хлеб в поле осыпется. А ну-ка расскажи, Никита Семенович. При Никите не осыпется. Может, его баньки пропарить? Да с теркой, в обязательном порядке. Да не тревожьте вы его старую болячку. Нельзя, для проверки. Правильно. Ну и навалились, а? А теперь чего мне? Да ничего, ничего, Никита Семенович, обживешься. Ведь когда в новый дом входишь, все кажется чудным. Такой характер начнем ломать. Да нет. Ну зачем твой характер? Вот что, Никита Семенович. Бригада Епихи Чанцева вызвала на соцсоревнование бригаду Егорова. Ну? Ты ведь теперь мне бригадир-то? Ну? Вот тебе и подписывать. Так. Ну вы как в сеть это забираете, а? Ну, пошли, пошли, Никита Семенович. Товарищ Чанцев, читай. Шестая бригада в следующем году обещает дать такой урожай. Пшеницы 180 с гектара. Так. Ржи 200 пудов. Овса 150. О как. Проса 170. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да. И вызывает седьмую бригаду на соревнования. А я обещаю, товарищ Сталину, собрать урожай сам 30. Сам 30? Да. Болтнул хвальбишка. Ничего, ничего. Даешь? Даешь. Принимаю. Принимаю. Подписывай договор. Да. Вот это да. Чего, чего, чего подписывать? А чего? Давай, давай, давай. Гляди, закорючка какой-то поставил. А ну-ка. Это верно, закорючка. Да это моя фамильная роспись. Знаешь, как было графья-то? Они черкнут и... А на полях я тебе распишу. Ну, так из-за куста и воронова страх. Посмотрим. Да и глядеть нечего. Было на фонтанке, стоял ревущий, сам тьма холодой. Yeah.
Одному-то в избе студиона. Стоял извозчик, стало быть, и молодой, да? Вдруг извозчик ушёл. Чего ж не поможешь? А я тебе не говорил, чтоб с сундучком. Мало ли что ты не говорил. Тащи дров. Воды. Скребок давай. Воду смени. Эх, и пропадала. Да ты не баба, ты король. Вот что скажу. Я как смажу, вот ты и будет король. Глазом на мир глядишь. Ну-ну, подожду. Кровь откроется. Вазов навоза отыскал. Вот еще в одно место сбегаю и... Вот чего! Во сне приснилось, будто Епих меня обыграл. Вот шут гороховый, а! Никита Семенович, Никита Семенович!
Во враги у амбара взяли? Взяли, как вылезали. О, так. О. А на лошадиных могилках? Подчистую. Хорошо, хорошо. Ну, пущай себе, епиха, сказки слушай. А мы шуруй, ребята, шуруй, пошли. Ух ты, помет тут сколько. Епих Семенов! Аюшки! Епих, что на старых барских конюшнях навоз отыскал! Тьму тьмущую! Вот как! Кого? Вон там и конюшни стояли. А то-то... Навоз возили. Да-да-да, навоз возили. Как пеклеванный хлеб, а? О, перегной, как пеклеванный хлеб. Ну и отхватил. Бригадка, бригадка моя, берите ломы, топоры и поможем Епихе, поможем! Стой! Чего это поможем? Кому это? Епиха, навозец этот полит потом и кровью дедов и прадедов наших, вот чем. Ну, об этом забыть надо, о старом-то. Навоз этот не Епихин, а и наш! И все с этим согласны окончательно. Ну вы это бросьте. Ребятки, соколики, ко мне, ребятки. На штурму возьмем без никаких. Бей, Никита, я их схвачу, любознательно. Кто вам такой закон дал, чтобы так лупцеваться? Навозец это открыла бригада Чанцова? Ну? Ну, значит, навозец Епихе принадлежит. Как? Все равно для колхоза мало, а Епихе как в раз. И где ночь таскался? Как и неугомонный. А? О, где шатался-то? В церквёшке 17 вазов голубиного помёта сташли. О. А у Епихи кто-то перегной спёр. Да ну. Да, отпсай. Голову за это свернуть. А тебе-то что? Да как что? Колхоз общий. Ну, а еще партейка. Аннушка. Сынка бы нам заиметь. Вот так. А ты ласковый. Не думал я. А я и сам не думал. И затяжная дела пошла. Кручусь вот с утра до вечера, а все крутится охота.
И пих чего это к нам бежит? Рыжий черт! Да что ты, мил человек? Стану я с таким дерьмом связываться. Новую зашили насилие мало. Да ты мне не знаешь. Ванушка, ставь самовар. Вот чего, Епиха. Давай-ка совет совместно держать. Давай совет! Да давай совет! Вон весна какая идет. Что твоя ядреная девка? Аннушка, чайку. Да какой тут чай? Ну тогда за влагой пошлем. Да ну Епиха. Что ты. Давай выпьем раз в жизни. Шук ты, право слово выпьем. Ведь мы с тобой короли в колхозе. Кто еще такой неугомонный? Ты да я. Вот и все. И хозяйство у нас одно. Топором руби не разрубишь, пилой пили не распилишь. И вот я. Епиха! Навоз нашли. Нашли навоз. На поле бригад Никиты Курьянова. Вон у него. У него, у Никиты. Этого не могет быть. Здесь какая-то обмешулка. Я вот тебе дам по башке, и будет тогда обмешулка. Да чего сделаешь-то? В суд, что ли, подашь? Еще скажут, вот башка, Никита. И я у тебя сопру, рыжий черт. Вот увидишь, видишь. Сопри-ка, а я уж спер. Это ты зря, Никита. С навозом-то. А ты что нос суешь не в свое дело? Я к твоим курям не лезу. А надо лезть. И куры мои, и посев мой. Посев твой? Твой посев? Ну и паши, паши! А я, наверное, к тебе в курятник пойду, да? А я к Кириллу Синофоновичу. Не пойдешь. Ты мне кто? Жена или просто ЗАГС? Жена, а не батрачка. И ты не шуми. Язык-то привяжут. Слыхали? У мордоволец прикатили-то! Слыхали? Филат Савельевич, помордовались бригадиры-то. Никита у Епихи навоз спер. Ну и насмерть подрались. Вот. Альц-то не сроду, не суды, а во куды съебаются. Любознательно. Вот, гляди. Гляди, к Никите пошли. Ну, дядюшка, полюбуйся на дело рук своих. Я чего-то не пойму. Может, потому не культурный? Ведь я мужик, в небо хворостина. Зачем навоз-то украл? Вон чего. Это чай не для себя. А если бы ты для себя, так не я, а милиционер с тобой разговаривал. Ну ты у него навоз украл. А он по осени возьмет, у тебя с поля хлеб увезет. Хлеб? Да, хлеб! За хлеб башку свернет! Так вот и будете башки друг друга вертеть. Во! Во! Ты что? Пальцы сроду, не сюда. Во, кури, сгибаются. Эх ты, философ, изутиль сырья. Судить тебя будем, дядюшка. Такого закона нет!
А народная совесть, Никита Семенович? Кто хочет высказаться? А он пускай не зевает, не пих. Да будь бы надо! Да, правильно! Ну, чего он зевал? Епиха, накупал, бросил. Караулить надо. Аль жульки у нас в колхозе. Аль жульки у нас в колхозе, Никита Семенович. Это брось, а из бригадиров прочь долой. Вот она, ржавщина. Что ты, Никита Семенович? Ну, это уж вовсе не требуется. Ну вот, и прощена. Митька, Митька! Твоя жена рожает. Идем скорее. Ну вот ты еще. Ишь ты, а? Ишь ты. Дмитрий, сын родился. Сыном тебя. Сыном. Ну вот, ну вот, видишь? Ну вот, и сын у нас родился. Подрастет, я его по торговой части пущу. Я тебе по такому случаю замешу. Дмитрий, иди другого примать. Другого? Рехнулась ты, что ли? Она еще мается, господи, позорище-то какое. Господи, позорище какое. О, что случилось? У Мишки Елена четверых родила. Уродцы, говорят. Наверное. А говорят, там ведь похож. А говорят, 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 говорят. Четыре сына. Четыре. Один с рогами, другой морда хряка. Третий лапы лягушиные. Четвертый литой мить. Четыре сына. Один с рогами, другой морда хряка. Третий лапы лягушиные. Четвертый литой мить. Вот какие-то. Что там спуталось? Что там спуталось? Факт! А человека не моет-то! Ну, как теперь явиться-то? А? Ну, как? Кровь просмеют. Одного ставлю. Придушишь? А через тебя я в тюрьму? А? Нет. Душить не буду. И кормить не буду.
Ну что, дядь Никита, а? Я-то ведь... Ну я-то теперь, во! И не выглядывай! Чего ж ты, Илья? До чего мужика довела? И разговор разный. Ну, кум, где? Где морда хряка? Где лапки? Где? Действительно, как есть людские. Но только чудо. Кирилл Серафонович приехал. Это, наверное, с актом приехали. Пойди милицию еще позовут. Я теперь не по торговой части. Я теперь по утильсырью маракую. Ну? Да. Ну? Ну, показывай. Сыновей-то. Сыновей, сыновей. А я тут что? Да что? Это не я, это вон она. Вон она. И вот истина его. Вон она, водяная шишига. Недавно писали, одна американка троих родила. Какая благодать. Тебе бы такую благодать. Ничего, ничего. Мы им теперь нос-то утрем, американкам-то, а? А ну, отец, принеси-ка там у меня мешок. Ничего, ничего, Елена, крепись. Сегодня мы тебя в родильный дом отправим. Фотограф пришлем, снимем тебя. Снимем тебя и сыновей. А карточку пошлем товарищу Сталину. А я думала. Он пуденька крайнего. Не ел он ничего. Вот он, мешок от Кирилла Тинофоновича. Чего там? Увидишь. Это вот, Елена, тебе, а я ребятам приданое. Да, и ты ж чай в этом деле замешан. Так это вот тебе, Дмитрий Петрович. Дмитрий Петрович. А тут вот 200 целковых от МТС. На, корми мать. Мы можем, Кирилл Тинофонович, ежели то, что понадобится государству, потому мы сознательные. Да это сознательный, а только деньги-то передай матери, а то ведь пустишь по торговой части. Ух ты, ты уже здесь, Кирилл? Ну, Дмитрий, пеки блины, маш медом, ну и в гости зови. Это все тебе, Елена, за подвиг твой от нашего колхоза. Живи и торжествуй во славу. Как оказалось, какие красавцы. А ты говорил, уродцы? Не помнится. Как не помнится, все время говорил, уродцы. Не говорила, не говорила. Как не говорил, все время не помнится, не говорила. В самом деле.
чего ж ты, Елена? Чей это не позориться какая? Четверых иметь. А слава большая. Отъезд, Дмитрий Петрович. От меня на зубок. И вот чего, Елена. Прошу тебя. Отрежь мне одного сынка. Тише. У меня дочка есть, сына возьми. Это я обучаю. Нет. Сама рожала. Сама и прокормлю. Вот, мы сами родители. Мы сами родители. А Никит Семенович кум. Егором назовем. И все со мной согласны Артист. Валяй, валяй. Наярева. Вот, Егор. Весна-то, она каждую живность шевелит. Дмитрий! Дмитрий! Убери сатан, повел! Колхоз иду, Никита Семенович. Решился! Да не примут! Не примут, заразу такую! Не примут! Тебя примут, а его нет! Ну, ты, дорогая! Всю руку пёс отмотал. Здравствуйте. О! О! Здорово, Никита Семенович. Здорово. Здорово, Егорка. Никита Семенович, гуляй не надо. Сына гулянь-то нет. Будет, Семен будет. А тут у меня, понимаешь, спор с Анчелкой. Чего? Она боит на нее, Егорка, похоже. А я говорю, на меня. Глянь. Вот. Да как же он на тебя или на Анчурку? Ведь он же это... О, нет, где ты забыл? Природа она так ведь сделала. Природа-то она умнее человека. А, да. Егор, ты гляди, Никита Семенович. А? И нос прям же твой, твой. А? Ну да. Егор. Никита Семенович, когда сей думаешь? А когда на Волге пузыри появятся?
старики ведь так баяли. Смеется над нами дураками. Вот, слышь, сошлись два дурака и таять друг от друга. Так ведь это над тобой. Не, нет. Вот это уж над тобой. Не, над тобой. Не, над тобой. Ледик, Пугачев тебе зачем-то? Эх, товарищи, весна-то какая идет. Весна-то, а? А, истинное словцо. Пройди на крыльцо, поговорить надо. Хорошо. Чего ж не сеешь? Знаешь поговорку, сей в грязь, будешь князь. Да ведь нонче князья не в почете. Чего ты волынешь? Сеять надо. Вот что, товарищ Пугачев. Хоть вы и районная власть, а я и вам скажу. Земля, она озорства не любит. Я вот вечер был в поле, отгреб пахоту-то, пощупал, а она, материнская земля, еще студена. А ты ее сей, а не щупай. Что она? Девка, что ли? Всех задерживаешь и план срываешь. Да мне планы не на бумаге нужны. Мне хлебом государство кормить надо. Я вон кому слово дал. Товарищ Сталин, и не хочу, мил человек, моего сына оставлять с клеймом. Да ведь сын-то не твой. Ну ты. Не твоего ума это дело. И давай отцу, давай. Мы еще поговорим. Пойдем. Ты чего не сеешь? Нельзя сеять, товарищ Пугачев. Почему? Ведь вот Никита, он не сеет, а он колдун на земле. Чего скажет, тому и быть. Я тебе говорю, сей. Сегодня сей. Давай, сей. Аннушка, глянь-ка, во, епих-то, сеет. Гляди-ка, что с курами-то с утра так дохнут. Да, милый, да хороший, да большой. Чего ты, мать, чего ты? Брось баловаться-то. Чума эта. Навредили тут. А уж вот этому не верю, и в башку не лезет. Не было еще такой подлости на земле. Хм. Кур перетравить. Это все равно, что в хлеб плюнуть. А вот чума может. Видел я ее на Кавказе. В один ведь день 20 000 унесла. Подойди-ка, Захар Вавилович. Вон какие дела, Захар Вавилович. Хорошо, что я еще сеем выиграл. Семена в грязи не потопил. Хлеб будет, куры будут. Хлеб будет? Ну что ты, как ошпаренный? В район еду. Семена наши пропали. В амбаре клещом семена заразили. Что?
Всех кур придется сжечь. А то зараза по всему району пойдет. Меня гложет. Слыхал? Семена в амбаре потравили. И вон кур тоже. А тебе чего чужая болячка? Я мужику, чей бы хлеб не пропал, тоска меня гложет. Иди. А ты пожалел бы меня хоть маленько, кум. А чего плачешь, дурак? Ты не дурак. Ушел от меня. Ему-то радость нужно в миру искать. Радость все ищет. А он твою радость под ноготь. Вон она радость. Небось, каждую курочку мужик вывел, а не газетчики эти. Вот и дурак. Клопов надо душить не так, так это. А он жалко, хлеб пропал. Ты вот что запомни, за язык-то бывало на кол сажали. Сам знаю, не маленькой. А ну-ка, идем-ка, идем-ка. А сына зачем взял? Для прикрышки. Пущай скажут, Никита на 100% коммунист с мозгой. Вот я им и состряпал с семенами-то. Чего? Но ты насчет семян-то зря. Чужую честь не отбивай. Идем-ка, идем к Плакущеву. Стой. Так он вроде как помирал. Плакущев-то. Нарочно помирал. Нарочно жрать перестал. Вот пес хитрющий. Идем, идем. Ни огнем, ни кровью, Никита, нас не зальют. Мы сила. Соберемся, плюнем, и в раз море образуется. И ты действуй, Никита. Благословляю. Только одно помни. Одна веревка припасена на нашей шее. Ну иди. Иди. У нас в районе Пугачев сидит. Да и повыше районщика есть. Thank you.
вот, земля. И опять я пришел к тебе. Сердцем я горю, земля. Видишь? Глянет суды всякой и скажет, кто тебя, земля, укутал в ласку свою? Никита Гурьянов. Радость это? Радость. Ну что делать? Земля! Семена попортили. Ведь это все равно, что взять мого Егорку, да и прирезать. Так каким же судом судить того, кто на горло радости? Каким? Ну, отвечай, земля. Епиха! Епиха! Это ты, сволочь? Путешественник. Чего уставился? Чего? Я тебе навоз простил. Я тебе лошадей из бригады давал. Я за тебя руку в колхозе подымал. Я тебя в сердце носил. А ты? Какой ты колхозник? Я же у тебя был на севере спрашивал, ты мне чего сказал? Когда пузыри на Волге пойдут? Из-за тебя я семена попортил. Ты их попортил. Не я, ты. И курей ты в костер побросал. Вот тебя прибить, пришибить, да и тьфу, ногой. Контрсволочь. Подкосил ты меня, Епиха. И веры у меня в человека нет ни капли. Стой! Стой! Куда тебя черт понес? Иди назад! Ну чего смотришь? Невеста, что ли? Ну, идем домой. Рыжий черт. Идем домой. Вижу, Епиха, у тебя душа лучше моей. И вот тебе моя тайна. Ты знаешь, кто семена перепортил? Нет. Плакущев. Да ну. Ты знаешь, кто на Курчуму пустил? Пугачев. Да что ты? Вилат Гусев, мой бывший кум. Ну, говори, говори, Никита. Аннушка, глянь-ка, во, сейчас повезут их гадов. А Курту нет. Ну ничего, ты поешь-ка вот яблочко. Моченого я тебе достал тут. Ешь и на село пойдем. С какими глазами, Никит? Аннушка, Аннушка. Тише, 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 тише. Пошли. Пошли, пошли, пошли.
Бросайте. Бросайте. Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Будет у нас лишний. Не горю я, внучка. Вот тебе мою ряденькую. Не бегу, горю. Матушка, матушка, я тебе говорю. Силы не выколотишь. Я вон какой теперь стал. Всеми перстами в землю вошел. Да от чего? От того, что ровня всем стал. Епихи ровня. Кириллу племешил ровня. Михаил Ивановичу Калинину ровня. Гляди, колдует. Никит Семенович! Ты чего это там ворожишь? Да теперь ворожи, не ворожи, так видно. Племя! Ну? А сколько, по-твоему, даст? А? Ну что ж, пудиков 200. Нет, ты отвечаешь, как бывал я, советская власть. Все 300 будут! Да ну, а я и не знал! Так и скажу, Иосиф Виссарионович. Вот, мол, какие труды наши окрыленные. Мы теперь в небо взвели. Как аэропланты. Да. Вот тебе за то, что сердце
сажает, богатырь идет. На весь союз стал знаменит, а напился? А, все ж на месте. Пригнан на досках, доски. Видишь, а, о, греховцы какие. Ну, чего вам надо? А? Ничего им не надо. Во, я им песню спою, свою. Здорово, брат, служивый, куришь ли табачок? Трубочка на диво, дай курнем разок. Трубочка на диво, дай курнем. Ох, и жарко. Ой. Ну, Пашенька, давай, Стеша, часто я вижу себя маленьким. Вместе с дядей Никитой корчуем пни. Вон там, на гнилом болоте. Никита мечтает развести тут огород, чтобы потом целкаши пригоршнями собирать. Это дикая затея. На Никиту уже страшно смотреть. Он весь вытянулся, и про него стали говорить. Вон, у Никиты-то живот прирос к спине. И про меня тоже. Ну, говорят, Кирюшка вырастет. Тоже такой же будет, вроде Никиты. У него амбар с пшеницей был. А ел он черный хлеб. Пшеницу берег для базара. Овец имел, а ни одной овцы за всю жизнь не заколол. Так вот и жил. Да разве жил? Стеша, а знаешь, за что я тебя полюбил? Давно полюбил. Азиат прет. Что же будем делать, Кирилл? Да, хлеб пропадет. Сушь-то, а?
Что ж делать-то, а? Из Волги бы воды взять и с аэропланов. Вон где озорник. С ним бы сцепиться. Закрывай, закрывай. Юбки вон у баб отобрать, полок устроить и над полем его развесить, а? Постой. Ты не идешь. Это. Государство у нас большое. Помогут ежить его. Да ты баба, али кто? Ведь не хлеб горит. Я горю. Шатун, как в пекле. Ну так вот пишу. Что, не спится, Никита Семенович? Епиха. Чего? Есть у меня одна думка. Ну-ну. Ты знаешь, что наши старики рассказывают про Миколину гору? Ну чего? Будто там бездонное озеро было. Да ну дуровину они порят. Ты постой, ты постой. Может, они верно говорят. Так ведь там-то теперь озера нету. Ручьи там, ну? Ключи бегут. Может, то озеро-то земля нутро затянула. А ведь и впрямь. Епиха, слухай. Ну-ну. Что, ежели эту гору попробовать? Ух, взорвать всем народом. Да, а воду на поля. Верно. Иосиф Виссарионович, прощаясь со мной в Кремле, вы сказали, не забывайте нас, если надо, пишите. Дело срочное. Решили мы прорубать гору. И вот, значит, обращаемся к вам и просим вас. Мы ее поговорили. Пошли, пошли, пошли. Семенович, Захар Владимирович, здесь же. Дозвольте бить в колокола. Исход один. Николину гору прорубать надо. Всем народ. Вот. Осилим? Осилим. Знаешь, какая сила в народе таится? Начинать надо, Кирилл. Ну? Ну, племяк! Нам чем-нибудь рвануть! Вроде как на Днепростровой. Вот и мы об этом Сталину пишем. Читайте. Продолжим. А? Дмитрий, народ он все могил. Пойдем.
Утро ведь, а у тебя фары горят. О. А, гасить надо. Надломим хребты. Надломим. Ну, надломим хребты. Что умеете? А? Отмотал. Все. Отмотал. Не двинуть, не повернуть. Ничего, ничего, Митя.
поклон от самого Сталина. Ура! А мы за труды твои, Никит Семенович, наделяем тебя и вас всех по 900 пудов каждому, а кроме всего прочего. 900 пудов. Ну-ка, дай, сынка-то. Ну-ка, Егорушка, иди-ка сюда. Да, чистосердечное зерно. Чего ты там колдуешь-то, Никита? Че это твое зерно-то? Да не там и людей-то, Никита. Да что, Никита, припрячет зерно. Дядюшка. Никит Семен. Никит Семен. Никит Семен. Пшеничку в амбаре берег, а сам ржанину ел. Вот, Кирилл Ксерафонович, знай, я верил в одно, в свой карман. Думаю, в этом и есть вся сила. А теперь вера переменилась, и любовь в обратную сторону направилась. Чую, принадлежу я государству. Вот это отметина. Это самая великая отметина. С этой отметиной нельзя раком пятиться. Надо идти вперед. А идти вперед, это значит народу верить. И я верю. И команда моя с Аннушкой такая, и Егорка с этим согласен. Сыпь, ребята, хлеб обратно в амбар. Понадобится, бери, закладай фундамент новый.